Ребята, всем привет! Сейчас вы увидите самый-самый крутой ролик по проверке лайфхаков из ТикТока. А знаете, почему он самый крутой? Да потому что сегодня мы будем проверять только вкусные лайфхаки. И все это дело будут пробовать на вкус мой Никус. Никакой я не Никус. И Марфуз. А я не Марфуз. Да ладно, девчонки, не обижайтесь. Никакой вы не Марфуз и не Никус. Вы Марфушка и не киска. Крыска. В общем, ребятки, ладно, давайте будем начинать. Погнали! Первый лайфхак. Уродский, идиотский лайфхак, который я видел, слышал, и вы сейчас видите в этом ролике. Вообще, я не представляю, какому Да, я хотел сказать идиоту, но не буду это говорить. Очень умному человеку пришла такая дурацкая, идиотская идея. Ну, например, у вас сломалась микроволновка. Ну, вам срочно. Ну, просто, не знаю, ну, зачем понадобились мороженые ягоды? А вам нужно разморозить. Ну, не знаю, ну, бывает такое. Можете взять ягоды. У меня это мороженая вишня. И вам их нужно разморозить. Вот что нам предлагает ТикТок. Оказывается, этот вот холоднющий пакет нужно засунуть под кошку. Представляете? Дескать, она своим теплом разморозит эти ягоды. Ну не бред, а? Ну ладно, ребятки, давайте попробуем. Ай, Марфа, что делать будем? Ну что, мы тебя проверяем, да? Коля, а может не надо? Холодно. Будем размораживать ягоды. Вот засунули. О, Марфа! Ты не убегаешь! Ребята, ну либо мои кошки такие ленивые, либо реально этот лайфхак из ТикТока работает. Так, давайте проверим на Никиске. Никиска, ты тоже готова размораживать ягоды? Нет, я не хочу, дурдом. Ты на мясо за это дай. Вау, чума, ребята, она не убегает. Реально, пока что лайфхак работает. Ребята, огонь! Огонь! Мои кошки проверили ролик из ТикТока. Я, конечно, не знаю, разморозят ли они до конца этот пакет. Я просто боюсь за свою кошку. Вдруг они простынут. Конечно, простынут. Но, тем не менее, они не убежали, ребята. Они готовы лежать на этом пакете и размораживать его. Ну что, я думаю, котяра, можно поставить лайк этому видео из ТикТока, правильно? Ребятки, вы тоже ставьте мне лайки. Нет. Это да, нам поставьте лайки. Я, ребята, до сих пор не могу отойти от первого лайфхака. Кошки меня просто убили. Ну ладно, давайте переходить ко второму. У меня есть, ребята, пирожное. О! Корзиночка. Как же я обожаю такие пирожные. Это самое мое любимое пирожное. И мое. И, да, этого момента, как я посмотрел этот ролик из ТикТока, можно подумать, что я пирожное ел вот так вот. Да я съем. Коля, и мне дай. Вот именно так я ел эти пирожные. Пока не увидел этот ролик из ТикТока. А как надо? Давай. Фу. Сейчас увидим. Да, конечно, я так не ел пирожные, это шутка. Фу. Ой. Смотрим, что нам предлагает ТикТок. Да, кстати. Неплохо придумано. Ребят, надо попробовать. А нам дашь попробовать? Так, давайте пробовать. Давай. Проверяем лайфхак. У меня есть пирожное. Есть ножик. Так. Как там показано в ТикТоке? Ага, она его разрезает. И, ага, все, понятно. Так. Ставим на бок. Разрезаем пополам. У нее так это ровно получилось. Да, я, конечно, еще тот кулинар. Но как получится, так и получится. Вот. Отрезали. Теперь переворачиваем. Накрываем. И получается бутерброд. Так. Все, надо попробовать. А зачем ты разрезал? Нужно было просто отломить. Да фигня какая-то. Можно было и так съесть. Ну да.
Так намного чище есть. Вот если я, например, на улице буду, как я это буду есть? Так разрезать, где нож найду? Ну, в общем, я думаю, можно поставить лайк этому ролику. Потому что все-таки действенный метод. Ну, девчонки, я вам, конечно, скормил бы остатки того бутерброда, но вам нельзя много сладкого. Скорми, скорми! Ладно, давайте немножко еще по кусочку вам дам, и все. Так, никусенька, на. Вкусный лайфхак! Ешь, тебе же нравится. Вот, моя хорошая. Молодец! На вот, ешь. И ты, Маршушка, тоже хочешь, да? Конечно, хочу! Давайте, вам немножко, немножко можно, намного нельзя. Можно! Давай, моя хорошая, ешь, моя радость. Все. Кошки хватит. А сейчас я вам покажу лайфхак один. Ну, как бы сказать, он, знаете, какой он? Ну, и в общем, он неприличный. Как это неприличный? Хотя нет. Давайте, знаете, как сделаем? Сначала покажу очень полезный лайфхак, особенно для пацанов. А потом неприличный. Окей, да? Все, смотрите. Полезный лайфхак для пацанов. Ребята, вот представьте, вы пригласили к себе домой красивую-красивую девушку, которая вам нравится, но вы не знаете, как ей об этом сказать, и на помощь приходит ТикТок. Смотрите, какое видео. Казалось бы, что такое? Просто пожарить сосиску. Но как пожарить в виде сердца и вкусно покормить свою девушку, красиво, и вроде бы вы ничего не сказали, а все понятно. Ну что, ребятки, давайте пробовать! Тут, мне кажется, самое главное – аккуратно разрезать сосиску. Я это, конечно, не каждый день делаю, но попробую. Ребят, кстати, если вы попробуете это сделать, то обязательно пишите мне в Инстаграм. Ссылка в описании. Мне интересно почитать, сработал у вас лайфхак. Ну, вообще, не про этот, а вообще вот все лайфхаки, которые мы показали. Если вы попробуете дома их, и они у вас получатся, то пишите мне в Инстаграм. Мне будет очень интересно это почитать. Пишите, нам тоже будет интересно почитать. Ты что, читать можешь? Не могу, но Коля нам все расскажет. Так, теперь как показано в видео, мы ее сворачиваем в форму сердечка и зубочисткой протыкаем. Так. Никиса, а ты какие сосиски больше любишь? Жареные или сырые? Да любые. Главное, почаще бы давал. Все, ребята, вот, смотрите. Я, конечно, ребята, не кулинар. Ну, посмотрим, что получится. Так, берем нашу сосиску. Вот так вот. И кладем на сковородку. Вот. А сейчас я попробую ее перевернуть. Масло брызгает аккуратненько, бинтовка. А теперь самое главное, надо аккуратно налить яйцо. Вот здесь мне получится. Ну, как-то так, ребята. Ну, что получилось, то получилось. Сейчас попробуем аккуратненько это положить. Вот. Готово. Сейчас я это все обрежу и посмотрим, что вышло. Да, ребята. Ну вот так вот. Знаете, если вот такое подать девушке, то она может это неправильно понять. И даже, может быть, обидеться. Но если потренироваться, улучшить все там, не знаю, что-нибудь сделать, вот обрезать, например, как я сейчас это сделаю, то девушки так на 10-й, я думаю, у вас все получится. Смотри, как для девчонок стараются. А мы что, не девчонки, что ли? Да не переживай, Марфуха, пусть режет. Все равно нам потом отдаст. Оп. Ну вот, смотрите. Я думаю, получилось довольно хорошо для первого раза. Никиса, попробуешь яичко? Конечно, попробую. Ты ей сосиску не забудь дать. На, Никис. Ребята, лайфхак работает. Ну что, я думаю, это мой лайфхак. Можно поставить лайк. Ребята, как
Как я и обещал, сейчас у нас очень неприличный лайфхак. Можно сказать, он для невоспитанных людей, но для больших свастер. Вы представьте, ваша бабушка, мама, родители купили коробку конфет. Они вам так нравятся, очень нравятся. И вам съесть хочется хотя бы одну конфетку. Но коробка одна, и она закрыта. И вот, что для нас подготовил ТикТок. Смотрим. Ребята, смотрите, как у нее ловко получается. Видимо, она уже не первый раз делает. Но это все-таки так нехорошо. Ну ладно, один раз можно. Давайте пробовать. Как она там делала? Как она так сжимала, так интересно? А воровать нехорошо. Молчи, Марфуня. Лучше смотри и учись. Ребята, если вас родаки спалят, не сдавайте меня. Если что, я вам ничего не говорил и не показывал. Так, а мы продолжаем. Тут важна аккуратность. Главное не поломать картонку. Так, вот я взял и... Да, ребята! Готово, реально. Лайфхак рабочий. Так, ну что, девчонки, я думаю, сегодня мы одну конфетку съедим. Так, открываем. Готово. Да, как же я люблю эти конфетки. Марфа, будешь? Только понюхать дал. Не переживай, Марфа, мы же научились конфеты воровать. Ну, то есть доставать. Ну ладно, значит, я съем. Вкусно, ребята. Ну что, попробуйте дома. Напишите мне в комментариях, получилось у вас или нет. Ой, не в комментариях, а в инстаграме. Ссылочка в описании. Я этому лайфхаку ставлю лайк. 2 лайка. А сейчас очень интересный лайфхак. А главное, довольно практичный. Я вот, например, ребята, очень люблю есть вареные яйца. Но ненавижу очищать их от скорлупы. Такая просто невозможная дичь просто. А вот что нам предлагает ТикТок. Давайте посмотрим. Давай, покажи. Интересно. Ну да и даже вроде бы просто. Давайте проверим. Яйца чистить не умеют. Вот смех. А помнишь, Никиска, сказку? Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Да какая мышка? Ты бы эту мышку сразу же съела. Да, конечно, съела бы. Яйцо тоже. Че, Никиска, думаешь, хватит? Да. Давайте посмотрим, что же получилось. Итак, бам! Смотрите, ребята. Да. Реально легче. Смотрите, как быстро очищается скорлупа. Работает, ребята, работает. Реально. Смотрите, чистое яйцо. В общем, этому ролику точно ставим лайк. Так, девчонки, попробуйте яйцо. А где Марфа? Мотала куда-то. А, вот она. Сейчас я принесу. Марфа! Ты куда ходила, Марфа? Мышь, что ли, хотела поймать? Все, тебе расскажи, Никиска. Вот. Молодец. И попробуй яйцо. Интересно, ему понравится? Да, Марфа ест. Конечно, ем. Ешь. Ребятки, да, лайфхак работает. Правда, яйца не для кошек, но для людей самое оно. А что будешь добить яйца, у меня есть еще один лайфхак про яйца. Так, давайте посмотрим. Оказывается, ребята, можно сварить яйцо без скорлупы. Представляете? Это же круто будет. Как это? Яйцо сварить без скорлупы? Ну, вроде бы довольно просто. Да. Да, это очень просто. Давайте проверим. Давай проверим. Проверим еще один лайфхак с яйцом. Давайте, если он получится, я вам дам его попробовать. Ну, яйцо имею в виду. Так, наливаем воду в тарелку и разбиваем туда яйцо. Так, как бы взять, так, давайте вот. Разбиваем и выливаем его в воду. Вот так вот. Теперь все это дело несем в микроволновку и ставим на 1,5 минуты. Так, сейчас не разбить бы.
Открываем микроволновку и ставим. Раз, два, три. Как думаешь, Никиска, получится сварить яйцо? Сейчас увидим. Так, посмотрим, что получилось. Да. Как-то не очень мне это нравится. Да хорошо, хорошо сварилось. Знаете, а вроде бы ничего так, да? Девчонки, вам как, Марфа? Говорю же, хорошо. Так, Никиса, теперь ваше слово. Отлично, смело ставь лайкос. Ну ладно, будем дегустировать. Ребята, все-таки мне кажется, яйцо сварилось. Вот оно упругое. Да, я думаю, оно нормальное. Так, Марфа, попробуешь яйцо? Конечно, попробую. Побольше дай. Марфа, давай, ешь. Да, ну Марфа хотя бы его полизала. А ты, Никиса, будешь есть? Нет, и я же тот не люблю. Ну ладно, давайте я попробую. Так. Да, яйцо сварилось. Итак, я вношу вердикт. Этому лайфхаку я ставлю лайк. Ну вот и последний лайфхак на сегодня. Мы много ели, очень много ели, и сладкого, и даже сосиски. И нам бы не помешало почистить зубы. И вот, что нам говорит ТикТок. Как будто я сам не знаю, как чистить зубы. Ой, так, смотрим. Вы видели, да? Видите, как она это делает? Кошки, будете так чистить зубки? Конечно, не будем. Ладно, конечно, не будете, вы этого не вынесете. Давайте попробуем. Проверяем! Последний лайфхак. Чистим зубы активированным углем. Берем самую обыкновенную пасту. Открываем ее. Выдавливаем немножечко. Вот так вот. Так. Вот, закрываем. Берем активированный уголь. Высыпаем туда его. Вот так вот, хорошо. И все это дело перемешиваем. Никиса, а я знаю классный способ, как чистить зубы и без всякого угля, и без пасты. Как это? Просто нужно есть сухой корм. Точно! Ребята, это наш лайфхак. Специально для вас. И вкусно, и зубы чистые. Попробуйте его и напишите нам в Инстаграм. Вот, Марфушка, давай мы тебе зубки почистим. Хочешь? Не надо. На тебе, Никиска. Почистим зубы? Отстань. Видимо, придется чистить зубы мне. Фух. Ребята, за такое лайк плюс подписка. Угу. Фу, ребята, лучше ешьте сухой корм. Так, чистим. Ну, не очень здесь честное ощущение. Ой-ой-ой, кошмар! Ай, кошмар! Ой, фу, какая беда, ребята. Таким по утрам лучше не чистить. Этому лайфхаку мы ставим дизлайк. Ребят, я почистил зубы этим углем, прополоскал рот. И что могу сказать? Больше я так вот зубы чистить не буду. Вот. Было очень неприятно, когда я чистил. Но сейчас... сейчас нормально. Но все-таки нет, больше не буду. В общем, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. В этом ролике вы увидели полезные лайфхаки, неприличный лайфхак, мерзкий и вкусный. Моим кошечкам поставьте лайкусика. Они так старались, мы родные. Марфушка тоже старалась. Правда, уходила? Ну, в общем, ребята, всем спасибо. Пока! Пока-пока! Пока!